Привет, мои хорошие! Контролера со мной сегодня нет, и поэтому мы с вами будем пить шикарнейший чаек. А с чем? Какой чаек? А вот он. Это мне мой сын, любимый Бэзон, привез из Питера. Причем любителям чая, детишки, мальчишки, девчонки, тут совершенно разные виды. Это просто потрясающе, это Питер. Ой, чай, кстати, безумно шикарный. Ну ладно. И это все мы с вами в сторону откладываем. Так, вы все прекрасно знаете, что я везде катаюсь на своей личной машинке, на любимом автомобиле. И в разных городах бываю. Что я увидела? Это Калуга. Опа, кукурузные палочки. Три кота. Это мощь, ребята, это реальная мощь. Я вам скажу, почему мало взяла. Потому что стоили они безумно дорого, 76 рублей. 76 рублей, одна пачка, причем на которой написано в каждой пачке фигурный магнит. Ну ладно, покажу я вам его сегодня, а пока показываю. Везунчики из Рязани. И в Рязани три кота стоили 105 рублей. То есть я взяла на халяву, получается. Ого-го. Ну ладно. Мне вот эти, в принципе, игрушки, вот то, что пишут, подарки для мальчиков, подарки для девочек, они мне вообще не нужны. Просто не нужны. Я хочу пить чай зеленый и кушать. Кушать и эти палочки. И я вот так вот открываю. Я не знаю, как вы там ножами, как вы там... О, и так не подходит. Сейчас, одну секунду. Кирилл! Принеси мне, пожалуйста, нож. Ну, не получается, что делать-то? Ну, я пока похлюпаю чайком. Вкуснотища неописуемая. Ах, шикардосина просто. Спасибо, спасибо. Так. Мальчики, девочки. Для мальчиков Кирилл снимает, ну их. А мы будем снимать для девчонок. Погнали. Сказка. Я чувствую уже этот запах. Вкуснотень, наверное, да. Похрумкаем. В принципе, неплохо. Да, довольно-таки вкусные. Вкусные палки. Все, достаточно. Ну ладно, давайте тогда для мальчишек. Так, 3, 4, 5. Может получится, нет? Хлопнуть. Так, а кто-то, ребята, хлопает. Да ничего подобного. Ладно, тогда разрезаем. Интересно, вкус такой же или нет? Ой. Смотри, она вся обсыпная. Ой, это вообще просто. Это просто. Вкуснотища, чаёк мой. Шикардосина. Да. Чё там? Мне не надо. Так. Три кота. Ну, их не буду бомбить. Здесь точно они не откроются. Так вот. Да, мама хулиганка. Да, я вам всегда говорю, играйте лучше с мамами, чем с папами. О, смотри, слышь, ну мне это уже не нравится. Они вообще не обсыпные с сахаром. Это просто обычные палочки. Похрустим? Кстати, да, неплохо. Так. Ну, может, все-таки вам показать что-то? Блин, куда же? Сейчас, ребята, один момент. Кирилл! Тазик, пожалуйста. Пожалуйста, тазик. Куда их высыпать-то? Да неизвестно. Но палки, да. Я люблю покушать, чайку попить. Сказка. Это просто прикольно. Что там и как? Пока... Бэзоночка мой ходит. Ой, ну ты принес мою любимую миску для колбасы и сыра.
Я ее просто обожаю. Я обычно сюда нарезаю колбаску и сырок. И тогда получается безумно вкусно. Так, открываем три кота еще раз. Это уже другое. Мне уже интересно. Давай вот так похулиганим. Мама же не всегда хулиганки. Высыпайся, высыпайся. Мне не надо снизу пачку открывать. Вот она, высыпашечка. Что это? Гоня. Гонь, ты гонишь, Гоня? Ты чё? Берем пачку. Фигурный магнит. Ты видишь? Фигурный магнит в каждой пачке. Гоня, это что за гон такой? Это что за гон? Это вообще о чем? Да это ни о чем. Открываем другую. Пока хрустим в это время. Вообще. Девчонки, мальчишки, даже не берите такие палки. Ни в коем случае. Я пробовала королевские. Вот это бомба. Ну что, прикалываемся? Вот оно. О! О! Карамелька. Какая ты карамелька? Это же вообще, ну, фигурный магнит. Типа твои рога, а карамелька и бантик – это фигура. Я тебя умоляю, это ничего подобного. Это не фигура, и ты нам не нужна. Все. Так. Ну и последнее. Опять, что ли, да? Где? Где-то фигурный магнит, который мы хрустим. Где, 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 где? Ё-моё, да вот он ты. Изюм. 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 Ты это видел вообще, нет? Изюм. Ой, какой ты изюм. Ты просто ерундистика. Ну, что это, что? Ой. Ну, на холодильник? Да я бы не стала. У меня шикарные магниты на холодильнике. Ой. Попьем чайку. Вкуснотень. Не, покушать, конечно, классно, похрустеть. Похулиганить вот этим вот всем, вот этим вот всем, вот этим вот. Ну ничего, прикольненько. Ладно, уговорили. Покажу вам для девчонок, что попалось у нас в этом непутевом везунчике. Для девчонок подарки. Будет подарок-то, нет? Так. Оба-на! Ё-моё! Ё-моё! Это офигительный ключ от автомобиля Mercedes B-класса! B-класса! Все, продаю свою Kia и буду кататься. Не, бизончику отдам своему сынульке. Ё-моё! Дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын! Все, девчонки, зачем вам богатые женихи? Покупайте везунчики, вот такие везунчики, и у вас свой личный ключ от Мерседеса. Вот, поняли? Ха. Давайте посмотрим теперь, да, сравним, кто круче, мальчики или девочки. Вот этот вот везунчик мы в стороночку убираем, мои хлопушки. Похрустим, похрустим. Пока вот так вставляем. И посмотрим, что у нас у мальчишек. Посмотрим, что там, что. Да я уже вижу ни о чем. Ты понимаешь, ни о чем, ни о чем. Ну, настоящий гангстерский пистолет. Тут же ребята, ё-моё, ковбои. Ковбои, хулиганы. То есть вот этим пистолетом, вы понимаете? Вы понимаете, крошки мои? Они будут у вас отжимать ваш Мерседес. С какого ради? Мерседес вас. А что здесь делать, я не знаю. Ну, слушайте, на самом деле, если вы не против, я вот эту вот ерундистику, вот ключом я знаю, как пользоваться. Вставляешь и так, дрынь-дрынь-дрынь, дрынь-дрынь-дрынь, и поехали. Опа. А вот это, ну, Бизон дам, он вам потом на обзоре покажет. Я не понимаю, как этим пользоваться, я не умею, мне вообще это нафиг не надо, понимаете? Я лучше это все выброшу. Вот туда подальше и похрустим, похрустим. Попьем с вами чайком. Просто потрясающе. Еще раз вам показываю виды Питера.
на шикарнейшем чае. Ой, красота. Я вообще очень люблю чай, а тем более это зеленый, да еще и в разных таких распаковочках. Ну, просто улет. И, ребятки мои, знаете, да? Аккуратненько и ведите себя хорошо. Подписка, лайк, если я вам нравлюсь, пишите, я буду выходить в эфир. Я вас люблю. Лайк, лайк, лайк.